Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и мы продолжаем проходить игрушку Call of Goods. Что ж, если вам понравится видео, и вы захотите поиграть в эту игру, ссылка будет в описании на эту игрушку, так что можете переходить и попробовать поиграть в нее. Будем проходить вместе. Окей, продолжаем серию с вами. Так, давайте немножко изучим вот наш мир, значит, тут есть мост покойствия, рынок, ракетная академия, древний склеп, сверкающий водопад. Пойдемте в сверкающий водопад, посмотрим, что там. Водопад с поражающим блеском. Я могу сразиться, значит, чешуйчатый мурлок, уровень 9, а также колдун Реглеш, уровень 10. Сила 8, сила 65. Давайте начнем с Мурлока. Тут даже есть какой-то рыцарь на стороне Мурлока сражается. А Мурлок, короче, магию еще использует. Ну что, в принципе, мы их пока что одолеваем. А ходят они по очереди. Вот гад, смотрите, он атакует в лучника нашего. Мы все же побеждаем его. 270 опыта зарабатываем, нормально. Так, после боя ваш герой получает опыт. У меня два только героя, к сожалению. Я думал три, у меня два всего лишь. А какой интересный у меня уровень. А, кстати, можно подарок забрать. Да, давайте заберем подарок. Бронзовый сундук. Один прочность, запертый сундук. Чтобы открыть вам, требуется бронзовый ключ. В общем, посмотрим. Давайте попробуем еще повоевать с колдуном. Он будет уже посложнее. Ух ты, их даже трое тут. Уклонился. Хреново. Даже не знаю, победим ли мы или нет. Пока что мы проигрываем. Мы даже ни одного. Вот, наконец-таки, урон один раз нанесли ему. Конечно, будет хреново, если моего лучника убьют. Все к тому идет. Пока мечник доползет, пока доберется до них. Ну, в принципе, остался один колдун. Мечник уже почти на подходе. А, он даже через клетку бьет. То есть две клетки, он через одну клетку он достает до врага. 432 опыта заработать. Это хорошо. Новый уровень. Какой мы? 8 уровня пока что. Хорошо, тут, кстати, у нас есть еще задание. Улучшение атаки. Санктария, памятник Арису. Окей, автоматически он передвигается, это хорошо. А, вот, 2000 опыта можно получить. Улучшение атаки, отлично, вы успешно повысили уровень исследования. Не забывайте, что повышение уровня исследования дает решительное преимущество над силами противников. Санктария, памятник Арису. Сложность, ну... Легкая, одна звезда, хорошо. Это... Тьфу ты, блин, дураки, это мы прошли. Окей, значит, вот мы забрали опыт. Также есть у меня еще... Есть главное, есть ежедневные задания, есть которые доступны. Вот главное задание постройте в замке медную шахту. Давайте построим шахту медную. Окей. Вот это... Как закрывать, интересно? Я вот хотел бы закрыть бы ее. Мировой босс, эти шарики, ну, мешаются. А, идет строительство. Вот, значит, через 12 секунд она завершится. Можно пока посмотреть, что у нас в сундуке. Нужен, короче, медный ключ. А это какой ключ от подземелья? По-моему, у меня ключей нету. Хорошо, новый уровень получен. И, кстати, награду можно получить за новый уровень. Достигнуть 9 уровня. Вот такой вот подарок у меня будет. Комплект из пачка 10 купонов и карта подкрепления. Хорошо, давайте соберем. Все, забрали. Я так понимаю. Угу. Хорошо. Медные запасы. Давайте посмотрим. Вот я завершаю это испытание. Дали 1000 опыта, 100 серебра и
Карта меди, 5 штук. Отлично. Ну что ж, немножко разобрались в этой игрушке. Уже 9 уровень, как-никак. Давайте идти пока... А, по главному сюжетному заданию у меня пока что нету. Доступные есть задания. А дерево еще один важный ресурс, который будет постоянно вам нужен для производства древесины. Постройте в своем замке лесопилку. Да, давайте построим лесопилку. Сейчас мы зайдем в замок. А, нет, не сюда. Ну и куда ты пошел? К другому зданию он пошел. Ладно, в живых никто не останется. Хотите узнать, откуда родом эти пленники? Простите, новобранец, но подобные вопросы тут неуместны. Если хотите, можете сами допросить их пытками. Спросите, откуда они взялись и почему хотели убить короля. Только я сомневаюсь, что они вам ответят. А, 2 звезды, значит, задание. Ну, зато опыта очень много дадут. Плюс мне дадут меч. Уровень улучшения 0, требуется уровень 1. Класс оружия, атака 28, точность 9. Хорошо. Меч — это хорошо очень. Давайте примем это здание. И... Так, ну ладно, давайте примем еще одно здание, пусть будет больше. Чтобы увеличить максимальную численность армии героев, повышайте уровень исследований, перейдите в башню истины и улучшите зов трубы до 1 уровня. Улучшить зов трубы до 1 уровня в башне истины. Хорошо, примем. А, вот теперь, то есть вот тут доступны здания, потом они появляются в главной, переходят. Так, живых никто не останется, значит. Давайте лесопилку сначала построим. 30 секунд, но будет строиться. Пока она будет строиться, улучшить зов трубы до 1 уровня. Хорошо, давайте улучшим зов трубы. Вот он, зов... А, все, зов трубы, я так понимаю, уже улучшился. Улучшился. Так, хорошо, завершаем задание. 5000 опыта нам дали. Классно. Скоро у нас будет 10 уровень. Так, лесопилка, я думаю, почти что готова. Да, 3 секунды осталось сейчас. Отлично, можно зайти сюда. На хранение 1000-15000 можно набрать. Скорость производства 48 на 60 секунд. Так, могу собрать 1000. Вот 1000 древесины у нас собрано. Теперь нам стоит ждать. Также, сколько у нас уже? А, медь можно собрать. Да. Тут улучшения всякие производятся. А, тут казарма, значит. А, я нанимаю войско свое. Можно лучников что нанять. Давайте наймем лучников. А, больше я не могу пока нанимать. Ну ладно, хорошо, потом. Что там у нас? А, значит, я завершаю задание про лесопилку. Хорошо. Что у нас еще доступно? А, Санктария, памятник Арису. Давайте зайдем. Еще один необходимый ресурс — камень. Для производства камня постройте в своем замке каменоломню. Хорошо, принимаем. Идем в задание. Строим каменоломню. Можно сразу завершить, ну. Где-то, видимо, золото нужно. Так, Азарский храм. Храм света. Никто не знает, откуда взялись эти фанатичные дикие эльфы, но они создали нам немного проблем. Путник из Санктарии, если вы можете преподать им урок, с радостью награжу вас за это. 6000 опыта, да, давайте примем. Поздравляем, мы получили новый уровень, теперь вы можете изучать новые технологии и нанять больше героев, чтобы сделать свою армию сильнее. Окей, это круто. Ладно, это мы потом что-нибудь улучшим. Здесь можно исследовать технологии, магию, производство, улучшение, чтобы получить доступ к новым заданиям. Но это по сюжетному линию будем продвигаться и будем что-нибудь улучшать. Хорошо, но это уже круто, что мы 10 уровень достигли.
Теперь вы можете исследовать подземелье. Что, давайте исследуем. Так, ну я понимаю, сюда я пока не могу попасть. Так, где тут поменьше уровень-то? Ну-ка, тут 20 уровень, не могу. 10 уровня нету. А, вот 10 уровень. А, значит, непроглядные подземелья. В этой темнице для блага хульщиков заключенные самые печально известные преступники континента. Злобные повстанцы, налетчики, жестокие серые эльфы. Здесь вы хотите испытать себя, разгромив их. Вам требуется нечто большее, чем просто смелость. Норма, кошмар и ад. Пока в норме, конечно, нужно проходить. А вы не можете войти в это подземелье и в режиме ограничения времени. Давайте войдем. Входим в подземелье, посмотрим, как там вообще будет. И интересно или нет. Глянем. В подземелье опасно. Удостоверьтесь, что у вас достаточно всего. А, ну, в принципе, я понял. То есть, я должен пройти от начала до конца зал помещения из 30, из 40... трех предметов, клеток вернее, то есть я должен их пройти. Тайник с ресурсами, большая груда полезных ресурсов. Хорошо, взяли. Главное не напороться ни на кого. То есть у меня по идее максимум 1, 2, 3, 4, 5, 6 героев, 6 солдат точнее. Кстати, я могу нанять прям сразу кого-нибудь, допустим лучников. Блин, я больше никого, кроме лучников, не могу никого нанимать, так что нам надо чрезвычайно опасно идти. А назад я могу идти? Могу назад, в принципе, идти. Вопрос. Тут, значит, воин-отступник, уровень 10, сила 117. Это место окружает облако густого тумана, то есть тут неизвестно, что будет. Будет, ребята, я проиграл. Их сильно много. А летучая мышь такая. Мне только чудо может спасти. Нарвался, значит, на неприятность. Слишком рано, потому что... начал. Переоценил свои силы. Там какая-то вообще медуза, смотрите. Вся надежда у меня на мечника, чтобы он продержался как можно дольше. Ну давай уже загаси его. По 1% отнимает, а он мне больше. Окей, лучник помог мне. И сейчас надо вот эту медузу загасить. Может быть, все-таки победим мы. Тысяча 200 опыта и 100 серебра. Взяли. А, тайник нашли. Ну, я не могу пройти, потому что тут слишком опасно. А выйти, интересно, я могу? Так, рюкзак. Блин, что мне делать? А, нанять войско? Ну как я найму? У меня мало войск. Использовать сундуки? Ну я не знаю, что мне это даст. Кстати, меч же можно надеть. Ну-ка, преобразовать, продать. А как надеть меч, интересно? Снаряжение. Вот, у меня есть два... оружие, мне кажется, вот это бы как-нибудь надеть. Как я его надену на себя? Использовать? А почему я не могу использовать? А, уровень предмета 10. Нажмите Shift плюс левую кнопку для отображения в чате. Не знаю, что мне делать.
А можно выходить или сохранить и выйти? Да, давайте сохраним и выйдем. Слишком сложно оказалось для меня. Так, а что ж мы это, значит, выполнили? Я так понимаю, задание. Завершаем. Хорошо. Так, значит, еще задание такое. Четвертый ресурс в игре – это железо. Для производства железа постройте в своем замке железную шахту. Конечно же, построим. Переходим в замок, строим железную шахту. Пока что, блин, мне надо нанять кого-нибудь. Пока я никого не могу. Можно улучшать. А спасение произведите... Улучшение, чтобы увеличить долю восстановления потерь войск на 3% за уровень. Пусть улучшается. 10 минут будет улучшаться. Ну, пускай. Вот, со временем, то есть, мы будем все улучшаться, все больше и больше будет улучшение. Окей, какие-то задачи тут у нас. А, уровень 10 достигнут. За это мы получили бонус. Отлично. Что еще у нас доступно? Великий маг подарил мне волшебный факел. Каждый раз, когда наступает ночь, он загорается ярким, негасимым огнем. Но совсем недавно его украли презренные чешуйчатые мурлоки. Его можно найти за сверкающим водопадом воды, который излучает мерцающий свет даже в темноте. Конечно же, принимаем. Кстати, что тут еще доступно? Так, ну-ка. Посмотрим. Ни хрена себе, 20 тысяч. Конечно же, приму. А также 10 купонов. У меня будет книга построения. Фланги какие-то. А, не позволяйте красоте земли Мазура создать ложное чувство безопасности. В тайной глубине под вашими ногами находится подземелье, по сравнению с которым даже самый страшный ваш кошмар — детские сказочки. Сказочка. По коридорам непроглядного подземелья в поисках новых жертв бродит жуткий Тарагар. Мстительный, пожалуй, убейте его мерзкое создание. Конечно же, убьем. Тут у меня уже задание накопилось, значит. Так, я понимаю, это мы сделали. Совершаем задание. Хорошо. Качественное оружие. Ну-ка. А после найма воинов необходимо подождать определенный период времени, прежде чем вы сможете повторно нанимать войско. Чтобы уменьшить период ожидания между наймом войск, постройте в своем замке кузницу. Конечно, построим кузницу. Это самое важное, что нужно сделать в начале игры. Так, строим кузницу с вами. Можно пока что-нибудь сделать полегче. Какие вы нам задания давали? Да, давайте вот это выполним. Древний склеп. Мне нужно вот это, вот этих победить. Всего лишь 7 уровень. Это будет легко. За это мы получим награду. Смотрите, увернулся, в принципе. Хорошо, молодец. Вот, ребят, мы немножко уже освоили с вами игру Call of Goods. Вот, ну я предлагаю вам присоединиться ко мне и играть вместе со мной. Ссылка будет в описании, не забывайте. А, так, а, сколько мне надо? 3 раза победить их? Хорошо, но это будет легко. А такие вот мечники, против мечников я сражаюсь. А, смотрите, то есть у меня войско пополняется, уже 93 у меня лучника. И еще раз, последний раз победить нам нужно. Да, давайте. А, легче всего набить опыт, это выполняя задание, так что советую вам также выполнять задание и продвигаться по карьерной лестнице. Свиток железа, значит, 192 уже опыта.
Окей, хорошо. Так, теперь, я думаю, можно получить свою награду. А что нам... Ух ты, 9000 опыта дали. Я думаю, сейчас мы быстро повысимся. В живых никто не останется. Да у вас талант прекрасный. Итак, вы узнали, как их зовут? Старди весело хохочет. А, карта меди. Привязка при взятии. Требуется уровень персонажа 1. Цена. Так. Также меч мне дали. Хорошо, завершаем. Самое главное, опыта много. Давайте зайдем в себя. Не, не уйдем, зайдем. А, население, значит, у меня 500. Максимум, значит, у меня 396 человек. Дерево максимум 50 тысяч. По 50 тысяч, то есть у меня всего. Меди аж на 100 тысяч я могу набирать. Мой замок открыт. Так, кимедаридии. Тут моя такая статистика. Раса человек, уровень 10, титул. Лорд, честь 0, репутация 0, альянс. Так, ну-ка, герои. А, тут мои герои, значит. Ага. Мне бы синего героя, за это мне бы тоже дали дополнительные очки. А как я могу меч одеть? Я пока что не знаю. Так, кузницу мы построили, я так понимаю. А, не, кузница долго строится. Смотрите, еще 2 минуты. Так, ну ничего, у меня есть мститель. Сколько мне до этого дадут? А, вы уже начали исследовать локацию непроглядно подземелье. Хотите продолжить исследование? Нет, нет, не хочу. А, чесучий ты мурлок. Да, давайте попробуем его выиграть. Я думаю, нам это не составит большого труда. Зато за это мы получим много опыта. 74 у меня мечника и 83 лучника. Обуглившийся факел нам дали 250 опыта. Хорошо. Тут какой-то вопросик стоит. Давайте зайдем в храм света. Вам бы стоило осторожнее выбирать, с кем говорить. Захотелось раскрыть мне свою душу, забудьте. Но может быть у меня найдется для вас работа. Проклятые эльфы. Похоже, вы пока ничего не сделали. Смотрите, эти эльфы-отступники еще радуются жизни. Спокойная жизнь за городом. Вот можно задание выполнить. А в прошлый раз вы постарались на славу. У меня есть для вас еще одно важное задание. Из фруктового дола пришли вести о многочисленных атаках диких зверей на местных жителей и скот. Отправляйтесь туда и найдите старого фермера Симуэля. Он вам поможет сориентироваться. Да? Нет, меня это зверье не интересует. Я больше люблю задерживать и допрашивать пленных. Это вам пора в путь. Давайте прибьем. Хорошо, попробуем пройти его задание. Я думаю, это будет не слишком сложно. Я надеюсь. Посмотрим сейчас. О, здравствуйте, вы пришли к нам на помочь. Не хотите сначала выпить тыквенного вина? Да, хорошо, давайте выпьем. А теперь доступно новое задание. Щелкните по вкладке «Доступные» в меню задания и найдете их. Хорошо. Тут, значит, главное задание. Качественное оружие. Пойдемте назад. Тут большая карта. Очень. 15 локаций. Да, обещали нам в этой карте 15 карт. Таких будут мини-карт, которые мы будем с вами изучать. Качественное оружие, поздравляю, вы успешно... Вот этот дядька очень хороший, надо его в первую очередь стараться проходить, вот, чтобы становиться сильнее, чтобы ресурсов было больше. Так, поздравляю, вы успешно улучшили строение, вы властелин обширных земель Мазура, и ваш долг постоянно улучшать свой замок, повышая благосостояние подданных и влияние королевства. Даже я и бесплатно выполнял его задание. Ну, конечно, лучше за опыт, за деньги.
Так, завершить. Ваше возвращение для меня всегда неожиданность. Татар смотрит факел в своей руке. Он так долго лежал в грязи, что потерял свой блеск. Как бы то ни было, спасибо вам огромное. У меня уже 11 уровень. Что у нас тут еще осталось? Тарагар. Проклятые эльфы. Я не знаю, смогу ли я, нет, победить их. Мне кажется, это будет нелегко. Хотя 8 уровень, я думаю, мы с ними справимся. Еще такой эльф-блондин. Я думаю, мы его одолеем. Легко и просто мы его убиваем. И идем за наградой. 6000 опыта дадут нам. Также серебро, надо не забывать про серебро. Так, а где ресурс серебра, интересно, мой? А, вот, у меня в руке же серебро. 7900 сейчас. А, теперь доступны новые задания. Щелкните по вкладке «Доступные» в меню задания. Их найдете. Теперь вы можете нападать на замки других игроков. Это круто. Значит, они тоже могут нападать на мои замки, я так понимаю. А, вот опыт он со временем, то есть у меня улучшается. Давайте наймем кого-нибудь. О, нанял лучников. Больше никого не могу нанять, к сожалению. Увеличить, улучшить казармы до 2 уровня. Нанимайте здесь войско. Произведите улучшение, чтобы получать доступ к новому войску. Максимальное число нанимаемых войск 200. Казармы уровень 2. Ну пусть строят сколько? 4 минуты? 5 минут? Достроят, зато у меня будут более классные войны. Тарагар. Да, давайте посмотрим. А, вы уже начали исследовать. Ну ладно, потом. Какие у нас доступные есть еще? Улучшение армии. Давайте улучшим армию. А чтобы получить доступ к другим типам войск, необходимо улучшить казармы. Перейти в свой замок и выберите казармы. Нажмите кнопку «Лучше», чтобы повысить уровень. Да, хорошо, я как раз этим и занялся. Так, ну я нажал улучшение, пускай улучшается. Так, гномам пора что-то там. Дружище из Санктарии, у вас полно проблем. Пару недель назад мы потеряли связь с заставой у моста по кости. Наверняка это связано с отвратительными серыми гномами. На этот раз придется применить силу. Да мы всегда ее применяли. Применяем и будем применять. Хорошо, давайте посмотрим. Так, нет, а, нет, отмена, что делаю? А, вот, значит, к новым пора уходить. Это будет проще простого. Он даже в меня не попал. И я в него тоже. Так, пошли забирать награду. У меня 80 купонов, золото, к сожалению, 0. Так, ну что, у меня еще 3 минутки есть. Как раз откроем сюрприз и завершим серию. Что у нас еще доступно? Разжигание пламени. Не могли бы вы сделать мне одолжение, если есть такая возможность, мой друг Сарди, Черная Луна, несмотря на его раздражительность, некогда был рыцарем Святого Света. Возможно, у него получится вернуть факел былого сияния. Тардар потирает руки, не могли бы вы сделать это для меня, если не трудно? Да, давайте, конечно же. Сделаем. Таргар Мститель, непроглядное подземелье. А, я же не прошел его. Я думаю, пока что не будем проходить.
15 тысяч дадут. Давайте попробуем. А, положение куда более сложное, чем мы думали. Мы ничего не знаем о прохождении этих чешуйчатых мурлоков, но похоже, их не обычная сила магии делает нас беспомощными. Сарди, Черная Луна, кашляет. Вы что вы сказали? Хотите попробовать? Да, давайте попробуем. Десятый уровень. Давайте попробуем. У меня все-таки 12, я должен быть посильнее. У меня уже мечников 81. Да нет, мы быстро пройдем. А, хорошо, выиграли. Забираем нашу награду. Теперь доступного задания щелкните по вкладке «Доступные меню», чтобы найти их. Уже 13 уровень. Еще минута есть, я думаю, можно. А, кстати, казармы уже, по-моему, улучшились, да? Нет, еще 40 секунд. Еще можно что-нибудь сделать. Зверь у холмов. Фруктовый дол фермы. Кстати, знаете, что хотел попробовать? Героев же как-то можно нанимать? Так, не, ну это шахты. Вот земли появились, кстати, можно земли смотреть. Ну, в принципе, такая неплохая игрушка. Со временем привыкаешь, осваиваешься. И становится интересно играть. Идет загрузка. Загрузка, разгрузка. А, на карте земель отображаются замки других игроков. Атакуйте игроков, уровень которых близок к вашему, и отнимите их ресурсы. Другие игроки также могут атаковать ваш замок, выбирав строй для обороны. Вы должны подготовить войско к защите. Не забывайте выбрать свой строй для обороны перед выходом из игры, чтобы избежать грабежа. Хорошо, не, пока не будем этим пользоваться. Пойдемте. Пойдемте назад. Как вернуться назад, я не знаю. А, вот замок. Так, мы это выполнили, да, задание? Давайте завершим его. А, или нет? А, вот только принять. Итак, видите, у холма вдруг объявились волки. И постоянно атаки совсем выбили нас из колеи. Сколько скота полегло, и соседские... Мальчонка Поуни тоже может. Вы можете нам справиться. Напасть, короче. Блин, нам надо спасти их. И нам дадут книга астрологии. Круто, очень много. Так, карта меди. Уровень 2. А, наплечники. Конечно же, принимаем. Так, теперь нам лишь только помочь справиться задачей. Ладно, в принципе, это можно в следующей серии справиться. Так, это насчет построить. Так, поздравляю, вы успешно улучшили строение. Возьмем также подарок. Вот ключ такой, бронзовый ключ. Отлично, теперь можешь. Следующий через час только откроется. Так, это альянс. Друзья, задание нанять, назначить. Улучшить до королевский указ уровень 2. Произведите улучшение, чтобы увеличивать число героев, доступных для найма, на один уровень. А что, я не могу использовать вообще ничего, что ли? Я думал, я как-то могу на себя надевать это все. Увеличить рюкзак. Игроки могут установить пароль на сейфе. Кристалл у меня есть один. Пока я не знаю, что с этим сделать, ребята. Если вы как-то можете помочь, оставляйте комментарии под видео. А, в общем, что ж, давайте закончим на этом эту серию игрушки Call of Goods. Если вам понравилась игра, ставьте лайки, комментируйте видео. Если хотите поиграть, ссылка будет в описании. Всем удачи, ребята, всем до скорого, пока-пока.